Прадедок Хекс пригласил котят и папу на киностудию, где он работает. И ваш дядя Хекс снимается в фантастическом фильме про Сиренгову. Фантастическом? Значит, там будут разные планеты? И необычные костюмы! Да, и мы увидим, как все это снимается! С вами Кром, и сегодня ролик про трех котов и сиреноголового. Но если ты не хочешь, чтобы этой ночью тебе пришел злой Хаги-Ваги, или хочешь, чтобы все твои мечты и желания в будущем сбылись, то успей поставить лайк и подписаться с колокольчиком. Рыхлому снегу.